Здравствуйте. Сначала ответ на вопрос подписчицы. Почему за ребят никто не заступается? Одноклассники, друзья. Ну, вы понимаете, что если вы заступитесь, вы тут же расскажетесь с ними. Я вот 2500 километров живу. Я заступаюсь. По мнению ямы, я уже тренер забивщиков. И вообще, чуть ли не там с ними же был на поляне. То есть человек, если заступается, он подставляет не только себя, но и близких под эту истерию, невероятную истерию. И второе. Почему яма так упорна с Владом Баховым? Хотя у них уже сыпется вся их вот эта конструкция. Она сыпется. Там с Дербановым, там с Дашей Дербановым. Все просто как бы не то, что белыми нитками сшито. Вообще ничем не шито. Дело в том, что они в жизни, даже если у них там муж есть или что-то, одиноки. Они чувствуют одиночество в реальной жизни. Но тут в виртуальной жизни Влад Бахов получился такой духовно не больной скрепой, не духовно больной скрепой. Все вот эти люди, русскоговорящие, огромное число, нашли друг друга. Они почувствовали, что они одиноки. Они почувствовали это. И Влад Бахов должен быть. Преступление должно быть. Во что бы это ни стало уже. Потому что эта скрепа, она рухнет. Она их скрепляет. Их, больных людей. Им говоришь про болезненную избирательность. Они тебе, что вот, они чувствуют боль других людей. Вы эгоисты, вам это не дано. Им говоришь, почему вы не чувствуете, боль своих соседей. Они как бы не слышат вопроса. Все, Влад Бахов. Для них это духовная, в кавычках, скрепа. То есть Влад Бахов скрепа огромного числа одиноких людей. И небольшой экскурс в историю. Вы знаете, почему в Европе так мало красивых женщин? Дело в том, что во времена инквизиции, а инквизиция бушевала много лет, там вот затухала, потом снова. Женская красота считалась доказательством, что человек ведьма, женщина. И он договор с дьяволом. Не может быть женщина красивой. И даже родные за них не заступались, потому тоже бы их сожгли на кострах. Это такие условные оценки, сейчас, которые были сделаны. Около 2 миллионов красавиц в разное время сожгли на кострах и выбили весь генофонд, вообще весь. И теперь мы видим то, что видим в Европе. Если мы видим в Европе красивую женщину, можно подходить и спрашивать, откуда вы приехали. Еще интересный случай. Инквизиция. Был один период, когда кошек посчитали исчадьем ада. Всех переловили, поубивали. И пришел конец света в виде чумы. Кошки не давали грызунам размножаться, крысам, мышам. А именно они были основные разносчики бубонной чумы. Карантин не помогал, потому что крыса пробежалась. Там попадала. Все разнесла. И по таким оценкам довольно-таки адекватных ученых умерло 60% населения Европы. Вот к чему приводит безумие. Как оно опасно, безумие. И действительно, с этими безумцами сложно бороться. Вон даже за ребят не заступаются, потому что боятся. Я их понимаю. Ну давайте, кто не боится, заступайтесь. Ну что делать? Нельзя безумию подчиняться. Вон к чему это приводит. Всем спасибо, всем пока. Будьте сильнее безумцев.